нашего дорогого куратора Константина в нашей комнате диагностики. Я приветствую вас. Я потревожила вас ненадолго. Хочу поприветствовать второй поток школы Арго VP2. Приветствую. Приветствую всех и каждого. Я очень рад за вас и эти вибрации радости внутри меня. Я хочу, чтобы ваше обучение прошло на этих вибрациях радости и позитива. Я лишь хочу напомнить, что вы всегда можете обращаться ко мне в сложных ситуациях. Энергией Арго вы можете защищаться и делать оружие, позволяющее не допустить нападения на вас. В добрый путь. Благодарим вас, дорогой куратор Константин. Мы передадим всем нашим ученикам обязательно ваше послание. Примите на этом месте нашу искреннюю энергию благодарности. Благодарю. И я не раз приду еще за это время. Конечно, мы знаем. И очень ценим это, дорогой наш куратор. Благодарю вас за это время. Можете продолжать работать. Благодарим вас. Всего доброго. Хорошо. Я делаю запрос моему учителю Архангелу Ханиилу. Прошу выйти со мной на связь. Да, на связи. Приветствую, дорогой учитель, дорогой Архангел Ханиил. Давно вас не слышал, не видел. Он тебе говорит. Я хотел сейчас с Верочкой подняться в Арго. У нас завтра начинается уже второй поток. Мы хотели заправиться энергиями Арго. Если вы присоединитесь, было бы очень приятно вас. Вам не нужно мое разрешение. Мы все равно всегда хотим спросить и услышать ваш голос. Благодарю вас, дорогой учитель. И, Верочка, на счет три поднимаемся в Арго. 1, 2, 3. Пошел подъем. Там на месте. Отлично. О, как светло я чувствую. Мы сами там, да? Нет, Архангел Ханиил здесь. Он говорит, что летайте. Хорошо, наполняйтесь, Верочка. Наполняйтесь энергией. Давай, полетели. С каждым взмахом крыльев мы заправляемся энергиями Арго. Но здесь хрустальная энергия. Хрустальная энергия Арго, конечно. Такая же. Значит, у нас эта энергия в крыльях есть, и она как соединяется со всем потоком. Здесь в воздухе она. Такое блаженство на земле. Ох. Все, мы вернулись. Отлично. Дорогой учитель Архангел Ханиил, я хотел спросить, хотели бы вы что-то мне еще посоветовать, дать какой-то совет, пожелание, напутствие? Может, что-то можно улучшить? Я не люблю давать советы. Я знаю. Когда ты не готов. Хорошо. Если что-то нужно улучшить, ты сам прочувствуешь это. Благодарю вас. Я только хочу заметить, что сфера моих интересов уменьшилась в 5 раз. Меня в 5 раз меньше стали интересовать вещи, на которые автоматически я уже получил ответы. И я замечаю во мне эту трансформацию, эти изменения, которые происходят. Я намного спокойнее стал. Еще нужно работать. Да, я знаю. Благодарю вас, дорогой учитель. Примите искреннюю энергию благодарности на этом месте. Мы тогда с Верочкой полетели назад. Всего вам наилучшего. Твои эмоции еще неконтролируемы. Это аспект твоей души, который нужно оттачивать. Благодарю вас, дорогой учитель. Благодарю я вас за посещение. Отлично. И Верочка, посылаем этому Арго, этому месту, нашей искренней энергии любви и благодарности, нашему учителю. Отключаемся и на счет 3 возвращаемся в нашу комнату диагностики. Полетели.
Мы на месте.